И вот Софья Бирюкова на льду. Иногда кажется, что юниорам трудно выходить впервые, врываться на чемпионат России. Все вокруг такие взрослые, все такие опытные. Намного сложнее быть взрослым и опытным, потому что там-то вот и начинаются самые главные, самые большие проблемы. Начиная с физиологических и заканчивая психологическими. Конечно, в произвольной программе еще все перелопатится очень сильно и поменяется, но в короткой, вот оно так часто бывает, что совсем молодые девочки все, что хотели, отпрыгали, а здесь взрослые, уже очень опытные и получавшие огромное количество призов и советов. Девушка теряет один элемент, теряет второй элемент. И что остается? Снова остается только аксель, вращение и компоненты. Да, на компонентах в короткой программе трудно выехать, но в произвольной там все будет меняться и меняться. Виктория Волчкова, ее тренер. Работают они в Москве.
46-98. На 7 баллов меньше за технику, чем у той же Огорельцевой.